Здравствуйте. С пожарной инспекцией проводим инструктаж среди жителей города Иваново по вопросу обеспечения пожарной безопасности. Спички детям не игрушки, еще раз напоминает инспектор пожарной безопасности. Задача сегодняшнего рейда – проверка многодетных семей. По каждому из адресов проживает по несколько маленьких детей. За всеми нужен присмотр. Граждане, значит, с пониманием относятся к данным рейдам, к тому, что к ним в дом приходит пожарный инспектор, указывает им на нарушения, которые имеются в их доме, принимают все меры к тому, чтобы устранить данные нарушения, и значит, проводят беседы со своими несовершеннолетними детьми о недопустимости шалости с огнем, рассказывают детям, что огонь – это не игрушка, и огонь – это опасно. В семье Стариковых трое малышей, старший – 8 лет. В школе девочки уже объяснили, что баловаться с электроприборами и огнем опасно для здоровья. Мама также старается доступно объяснить детям, как правильно вести себя дома и на природе. Я говорю, что нельзя разводить костры в лесу, когда мы гуляем, это плохо, потому что может случиться пожар. Потом с газу нельзя подходить, трогать выключатели. А маленьким всего еще по 3 годика, поэтому, в принципе, огонь опасно. Единственное, что говорим, огонь – это опасно. В каждой квартире инспектор проверяет состояние проводов, электроприборов, розеток и делает пометки для родителей, какие нарушения пожарной безопасности имеются, как их устранить. Электропровода, а также розетки, рубильники и другие электротехнические устройства содержать в исправном состоянии без нарушений конструктивных особенностей и без нарушений изоляции электропроводов. Повторение – мать учения, считают сотрудники Госпожнадзора. Каждого жильца, которого инспектор застает дома, он просит, как на уроке, рассказать правила пожарной безопасности. Когда я ухожу из квартиры, во-первых, я все проверяю. Выключена ли газовая плита, утюг, холодильник, все. Мне надо сразу много света включать везде, чтобы не было перенапряжения. Под пристальное внимание сотрудников пожарной охраны в первую очередь попадают многодетные семьи, неблагополучные семьи и лица, злоупотребляющие алкоголем. Но быть внимательнее с огнем необходимо всем. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.